Навигу. Нами двое. Короче, я куда-то с синего ванда. Вот они. Двое приземлились. Да-да. Поплавай. На метке. Да. Вот они в один дом зашли. Да-да-да. Можно мы сначала оружие найдем, а потом пойдем их убивать. Молодой чемодан. Да блин, встань ты уже. Какая же кривая игра-то, кошмар какой-то. Поставить ничего нельзя. Что за трэш? Есть коряк или мутант? Ага. No. Пока в один дом зашел. Вот я мутант нашел, все. Все, всем пизда. Тут трикс. Чел, хватит. Да, всем трикс. Пизда. Хватит. Куда они зашли? Да хватит спамить, ты заебал, блядь. Вот на метке на моем. В этих домах. Понятно. Подо мной. Сейчас приду. В этот дом. В центральном доме. Я возьму коряк, я возьму синий. В центральном доме. Ну, посередине дом. Понял, понял. Есть граната? Нету. Ебать, тут X6. Господи, как что же у тебя... Пацаны, я прибежу. Вот, на метке. Центральном. Второй этаж. Всё, обоих. Всё. Оба лежат там. Что это было, это изи? Не добивайте, не добивайте его. Так а смысл, они вдвоем падали, у них склад хер знает где. Есть сковородка, есть сковородка. Задание? Да киллы-то все равно мои. Просто для прикола. Киллы-то все равно мои. О, ракетница, пацаны, ракетница. Ракетница, ракетница, пацаны. Штяк. Пацаны, ракетница. Подожди, а там X6 где-то был, я что, проебал? Кому СКС, пацаны? Пацаны, блядь. Угощаешь? Нет. Никому? Ничего, что я ее уже забрал. Коряк возьми. Кому СКС, пацаны, при том, что я его уже забрал? Чел, отдавать мой СКС кому-то, это, конечно, сильно. В каком доме коряк синий? Окей, сейчас вот, иду. Пиздец, он ара. Он спамер очередной, как они заколебали спамить всякую хрень. Ого. Как начнут спамить, как начнут... Ого. Где коряк синий? Так, господи, как ты заколебал? Хватит спамить. Видимо, на метке коряк. Хорош спамить. Не могу понять, где. Ну, на метке, наверное. А вот, Саша. Там мой СКС. А, я выкинул 6x. Вот СКС. Я молодец. Я выкинул X. Ну ладно, я его подобрал потом, сейчас. Так, а чё мне надо? Вообще нету аптечек, нихуя нету. Мне надо... Блин, как интересно вот эта информация их, что у него аптечек нету. Такая инфа прям божественная. Мне нужна эта, кстати, хрень. Так, чё мне надо выкинуть? Мне чё-то много. Мне чё-то очень много, что мне не лезет. Походу, в Викинзи 9 января будет. Вот, зашибись, это очень важно. Походу, викинги 9 января были. Вот это не инфа, а просто... Не инфа, а просто волшебная, я бы сказал, инфа.
Блин, мне нужна броня. Во. Так, броня есть. Броня есть. У кого есть ракетница? А, ракетница. Я промахнулся. Меня. Да, да, я вызову. Чё-чё? У кого жена есть? У меня. Да, о, дай, 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 дай я выебу. Пипец, блин, люди, я охерею с вас. Не понял. Как этот чувак подходит? Ты о, вызвал, да? Отдай мне X6, говорит, блядь. Я говорю, нет. У меня снайпа, говорит, ну дай мне. Дай тогда мне, я сейчас шарю. Сейчас не прилетит ничего. Он не прилетит, он только с этой зоны прилетит. Знаю, знаю. Дай, похуй, похуй, дай. Я не буду стрелять пока. Я хочу сам выжить. Ладно. Завтра же зимняя карта. А, завтра зимняя карта? Да ты шо. А, так викенди. Он викинги сказал что-то. Я думаю, что за викинги? Он сказал викенди? Еба, у него дикция жесткая. Кто? Он, ну, он викенди сказал. Я думал, он сказал викинги. Так, надо найти тачку. О, дроп на 245. Ну, не знаю, я не читал. Было написано, что в начале. Я пойдем, помню, на было написано, что в начале 2020, в начале года, типа, что-то там будет. Типа, будет в начале года. А начало года, я ж не знаю. Ну, возможно, что... Вообще, сегодня четверг. Обновление по четвергам. Я хз. Обновление же, по идее, по четвергам. Есть тачка. Она тачка, тачка. Но сегодня обновления не было и ничего не добавили. Поэтому я хз. Завтра будет. 6. Непонятно, будет ли завтра или нет. Ну, викенди, да, было бы неплохо. СЛР, пацаны, кому надо. Есть СЛР. Но. Нет. На метке. Ты берешь. Потому что две карты уже, конечно, заколебало играть. Да, он еще петь будет в чат. Ну, вообще фантастика. Как понизить DPI, пацаны? Ну, в мышке. Ну, так в мышку зайди. Потом параметры указателя мыши, да? Ну, там, да, есть. Потыкай. Сильно FPS. Да тут нет, тут же половина текстур нет, тут не будет ничего. Сейчас DPI потрогает, вообще стрелять не сможет. Будет охреневать от того, как мышка ерзать начинает. Так, ну мне, в принципе, а что мне надо? Это у меня есть, это есть, это есть. Ну, у меня, в принципе, все есть. Парень. Тачка, тачка, тачка. У нас по городу. Через город проехала. Блин, так не успею. Желтый, в твою сторону поехали. Здорово, аниме. Я тут, где, где, где? А, вот вижу, вижу, вижу. Ебать, он летит, конечно. Да, улетел он уже. Пипец. Слушай, уехал. А у меня... Далеко бы он... Вот, сука, уехал. А так бы убил, по-любому. А так бы он его вообще бы порвал. По-моему, они остановились в домах. Там есть дома. Это хорошо. Вот он спамит, пиздец.
Спамина. Блин, я бы взял, кстати, молотов. Серьезно, молотов такой тяжелый. Let's go. Да, клам дроп. Блин, ладно, одну гранату. Одну гранату. Let's go. Let's go. Charge. 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 О, возле меня люди. Убейте уже его кто-нибудь, пожалуйста. Потому что у меня фризы начались. Убейте кто-нибудь его, пожалуйста. Пусть он хлебало свое с музыкой вместе закроет. Значит, люди есть. Пожалуйста, братан. Хорош, спамить вся подряд. Просто все подряд спамит. Все. Акын хренов. Что вижу, то пою. Че, я за вас лежу. Блин. Блин, мне нужна это. Жопа, по идее. О-о-о. А тут третья морда лежит. Это не вижу. Не видно. Всем пофигу. На третью морду. А, не, четвертую ломану. Вот тут 6x, пацаны. Кому надо? Бас-басаны. Тут 6x. Так. Вот СС еще. Где? Где? В доме, где? Что, думаешь, на улице, что ли? Возле меня. Это далеко от. Вышел из дома, где? Этот вообще уже упахал куда-то. Чел, куда ты убежал? По-моему, они не остановились. Дальше поехали. По-моему... Никого не вижу. Уехали. Поехали. Господи, что происходит? Почему этот в ту сторону ушел? Этот сюда ушел? Сука. Что происходит опять с этой Dream Team? Слушай, ну реально, вот ни одного склада еще не было, чтобы кто-то... Ты дебил, еще в поле мы, он стреляется. Ты дурак совсем? Помимо того, что нас двое, а не четверо, так мы еще и в поле стоим. Тачка в тебя желтая едет. Где, где? Вот отсюда. Нет, откуда-то. Куда, ну, с метки с моей. О, ко к тебе. Мне, ко мне. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо, как будто мы их, блядь, пугаем отсюда. Блядь. По полю он еще едет. Четвертый, ты заебал. Я не знаю, с кем из них быть, они все какие-то, ну, так скажем, странные. Давай сядь, ара. Куда ты собрался? Вдвоем? Он лучше за четвертым, да, сгоняй. Третий, ты что там делаешь? А третий, как обычно. Понял. Бери. Я что-то уже не знаю, я ни с кем из них не хочу никуда ехать. Это понятно, что это трэш. Как бы это уже понятно, что эта каточка будет мега трэшовая. Людей нету. Ну, среди этих я точно адекватный самый. Среди вот этих господ офицеров я точно самый адекватный. Я просто не понимаю, что они все делают. Они что хотят? Почему я хочу пугать, а? Потому что ты...
Ладно. Вот я не хочу людей обзывать, знаешь, там как-то там, ну, оскорблять. Но это ж пиздец. Серьезно. У меня. Я даже не знаю, как это комментировать. Ну, мне не хочется там, да, на кого-то там. Ну, хочется позитивно как-то проводить время. Блин, ну это. Давайте уже убейте кто-нибудь нас. Рэзус, ты чё там меня обзываешь, а? Это просто игра же. Я рофлю. Наоборот, я сказал, что не хочу обзывать. Ты куда слушаешь? Но рофл был очень смешной, мы тут все поржали. Да нет, я никого не хочу оскорблять, но, блин, что за шутки? Это же, это даже не рофл. Рофл — это когда смешно. Так, летит Пипега. Что-то бросит. Тачка у нас. Тачка. Еще тачка. Помоги, помоги, он лоу. Где он? Помоги быстрее. У меня в доме. Возле меня. Он лоу. Поднимите один. Один приходит. Подними, синий, подними меня. Пошел к дому, пошел к дому. Хорошего ёбнули. Его убли. Меня убили. Потом оранжевый поднимешь. От души, братан. То, что у меня хп меньше, тебя не волнует. Потом беги сразу оранжевый. Успею. Спасибо, я? Спасибо, черик, который их убил. Бля, респект. Респект. Давайте мы теперь его убьем. Подожди. Горько полетел. Он добил! Но он просто не успел. Он хотел меня добить. Ты не видел, он меня добивал. Но этот вышел. Он мне пол хп ж добил, но увидел, что тот вышел, и он меня не успел добить. Вообще он хотел меня добить. Где он? Он хотел добить, но не успел. Блин, ни у кого нету этой мандулы. Подщечки. Он хотел добить, просто не успел. Добить-то он хотел. Тысяч. Коряк. Не-не-не. Он по меня пострелял. Вышел второй наш чувак. И он такой раз, и тут же на него переключился. Он хотел его добить.
Ну тут ситуация такая, не было смысла добивать. Я тоже этого не стал добивать, потому что я понял, что здесь... Что он? Что здесь, в этой ситуации сейчас не было смысла добивать. Надо было быстрее идти спасать этого. Я его лопнул. Бать, ты удивился. Ну я не вижу там никого. Он спрятался за дом. Я его, короче, положил. Да подним этого сейчас, понятное дело. Нам надо заехать в зону. Мы же близко. Вот сюда. Так потом ты пешком не пройдешь там. Давай на баги садитесь. Ну давай, ты пешком, я на баги. А по полю бежать не палиться? Хорошо, здесь можно вылезти. Блин, как это окно заколебало? Его подняли, да. Ну так логично, еще бы его не подняли. Да блин. Вот они. Где? На метке. Да ты хер знает где. На метке. Ну а о чем эти? Мы здесь. Там масло валится. Чел, вернись к нам. Тебя ног поднимать никто не пойдет. Стреляют. Стреляют. Серьезно? Стреляют? Нихуя. Что за игра такая? Стреляют. В Тетрис заходил играть. Какого хера стреляют? Чел, потом, короче, не ори, чтоб тебя подняли. Они спалили меня. Какой ужас. Так. На 200 где-то. Все будут. Сзади. Пацаны, помогите. Это, идите нахуй. На, естественно, блядь. Может быть, ты пойдешь туда, чел? Тебе 100 раз, блядь, сказали, иди сюда. Ни позиции, ни хрена, стоит в поляне где-то, стреляет. Раз тебе сказали, иди сюда, поехали с нами. Нет, тебе пофигу. То я не вижу. Нас сзади еще были. Да, вон стреляются в поле. Где-то на 265. Ну, поехали. Ну, не знаю, в домике там, в домах сидят. А я хрен знает, куда поезжать. Давай в гатку заедем. Не знаю, куда-нибудь. Окей. Хрен ли делать.
Аптеку жру. No. В смысле no? Аптеку жру, в смысле no? Тихо, ты куда? Передо мной-то. Так, одного нокнул. Ёбаная мандула. Они там далеко. Так, этот сдох. Ты что делаешь? Ты пушишь? А меня с собой взять? Подож. За камнем. Опа, сзади. Так, короче, они тут у меня где-то закидывают. И тут еще. Так, я к тебе в дом. Окей. Не понял. Так, а где-то тут еще? Там, блин, там в поле кто-то лежит. В поле там кто-то бежал. Блин, я не вижу. Мне кто-то в поле последний, походу. Еще двое человек. Понятно. Толку-то. Выходи в зону. Ну, спасибо вам, парни.